Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 121, упражнение номер 9. В этом упражнении мы должны будем выполнить два задания. Задание первое. В составе реши задачу, в вопросе которой есть слова «сколько всего». Итак, составим такую задачу. В парке растут 3 дуба и 6 рябин. Сколько всего деревьев растет в парке? Чтобы узнать, сколько всего деревьев растет, нужно к 3 прибавить 6. Получится 9 деревьев. Запишем ответ. У нас стал вопрос, сколько всего деревьев растет в парке. Запишем ответ. 9 деревьев. Второе задание. В составе реши задачи, в условии которой сказано, что у Саши было 8 рублей. Итак, давайте составим такую задачу. У Саши было 8 рублей. Он купил карандаш за 3 рубля. Сколько денег у него осталось? Было 8. Купил карандаш за 3 рубля, значит, 3 рубля он отдал. Чтобы узнать, сколько осталось, нужно из 8 вычесть 3. Получится 5. 5 рублей. Итак, вопрос, сколько денег у него осталось? Записываем. 5. Ответ, 2 точки. 5 рублей. Ставим точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или желания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.